Привет! Сегодня я у бабушки на даче. И сегодня у меня будет влог. Так, вот зеркальце. Привет. Привет. Тут посидеть можно. Вам покажу, что я делала до того, как начала снимать. Вот у меня розовая тетрадочка. Этот блокнот по русскому языку будет. Потому что мы пишем по русскому языку там правила, термины, чтобы не искать там в учебнике и пользоваться на уроках. Вот, у меня тот не старый блокнот, он здесь порвался, все такое, так что я новый завела. Вот, тут записывала. Вот. Такой розовенький. И на этой. На резинке. И отчечим. Солнца нету. Солнце есть, но дым его захламлил, потому что в лесу пожар. Ну, короче, Насте нужно напомнить, чтобы бумагу привезла. Так. Меня не видно. Вот. Будем делать. Сейчас пойдем малинку кушать. У нас же в городе, в Бердске, проболталась. Ну, короче, там нет у нас малины, хоть я и в доме живу. Опять проболталась. Вот малинка. Вкусная. И вам тоже малинки дать. Дать? Дайте. Тетрадочка с кроликом, беленькая тетрадочка с мышкой. Вот такие. И сзади вот такие тетрадки. Получаются двойные. И последние тетрадочки. Это такая лиса. И тут написано, кто возьмет мою тетрадь, тот получит по наглой рыжей морде. Вот. Жаба. Самый страшный зверь. Она людей душит. Ну да. Дальше. Снизу, где мы будем рисовать. Это скетчбук, 60 листов. Он такой тверденький, и он лучше, чем альбом. Дневник. Сейчас покажу. Вот такой он внутри. Такой простенький. У меня в 6 классе тоже был простенький такой, фиолетовый. Мне такие больше нравятся, чем с рисунками всякие пестрые. И тут он на резинке. Вот. И тетрадка у меня здесь.
Вот. Это, ну, такая Эрик Ваузер. Розовенькая такая. Вот. В клетку. И вот тоже на резинке, как дневник. Вот такой пенальчик. Вот. Сейчас достану. Вот такой кончик прикольный. Вот как внутри поворонка. Ну, в принципе, туда все вмещается. Это пока у меня все. Нужно еще краски, ручки, карандаши такие купить. Вот. Настя уже приехала. День подошел к концу. Уже темнеет. Надеюсь, на камере это будет видно. Она привезла бумагу. Слава богу. Вот. Сейчас мы сидим, кушаем. Потом поедем домой спать. И опять новый день и влог. Подписывайтесь на канал. И пока.